Цветущая клумба размером с квартиру раскинулась на улице Степана Разина. Маргарита Калушина каждый день ухаживает за цветами и кустарниками. В этом году посадила даже томатный куст. Среди петунии, гортензии, пионов он чувствует себя прекрасно. А всего 4 года назад здесь был пустырь. А у нас здесь просто раньше была земля слежавшаяся. Даже не земля, а просто какой-то строительный мусор. И благодаря вот администрации Самарского района, которые нам завезли землю, мы вот сделали вот такой вот газончик. Клумбу создавали всем подъездом. За свое творчество цветоводолюбители получили дипломы и подарки от организаторов конкурса «Цветущий Самарский район». И если каждый будет вносить маленькую-маленькую лепту в уют, наш мир точно изменится. Аналогичной позиции придерживаются жители дома 17 на улице Некрасовской. Их клумба – островок притяжения для многих самарцев. Говорят слова благодарности, что мы так красиво бы устроили тут свой подъездик, свой дворик. Да, фотографируют, и газончики сами фотографируются. Конкурс цветоводов-любителей администрация Самарского района учредила 4 года назад. С каждым годом район становится все лучше и лучше, все цветущее и цветущее. Конечно, в этом значительный вклад наших жителей. Понятно, что мы по своим программам благоустраиваем район, но, тем не менее, очень значительный вклад вносят жители в рамках этого проекта в том числе. За победу в конкурсе «Цветущий Самарский район» сражались более 150 цветоводов. Это наполовину больше, чем в прошлом году. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.